Выпускной – это всегда праздник. Студенты университетского экономико-технологического колледжа прощались с сокурсниками и преподавателями в стенах самого красивого сочинского театра – Зимнего. Праздничный вечер начался, как и положено, с бала. С колледжем сегодня попрощались более 500 студентов. Теперь каждый из них – дипломированный специалист. Они закончили одно из лучших учебных заведений Юга России. Получили не только специальность, но они получили еще и рабочую профессию. И будем очень рады, если они будут достойны на рынке труда нашего региона. В университетском экономико-технологическом колледже Сочинского госуниверситета обучают по 15 направлениям. Это строительство, право, программирование, банковское дело, туризм и дизайн. Также в стенах колледжа работает специализированный центр WorldSkills по компетенции поварское дело. На всех специальностях обязательный акцент на практику. Также работаем над развитием системы проектного обучения. Запустили программу дуального обучения, когда студенты 3 недели обучаются в аудиториях, а потом на неделю уходят на практики и по принципу слоеного пирога начинают усовершенствовать свои профессиональные компетенции. Сегодня престиж рабочих профессий растет, поэтому каждый из выпускников колледжа точно знает, что не ошибся с выбором. Я думаю, мне пригодится это в жизни, потому что у нас быстро развивающийся город, который требует строительства, то есть кадров, рук и так далее. Очень рада, что мы пошли именно в колледж, потому что школа бы все равно нам того не дала. Тут мы уже имеем и специальность. Лично мне колледж дал самостоятельность, потому что в период обучения я нашел себе работу. Выпускники колледжа сегодня получили не просто дипломы, а профессию и большой багаж знаний. Как этим распорядиться, решит каждый сам. Дороги как минимум 2 – строить карьеру или возвращаться в учебную аудиторию. Как показывает практика, более 30% выпускников колледжа продолжают грызть гранит науки уже в стенах Сочинского госуниверситета. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.